столице прошла конференция, посвященная реформе Счетной палаты. На ней обсуждались вопросы функционирования этого учреждения и гармонизации молдавских законов об аудите с учетом западного опыта. Обективул генерал constând în îmbunătățirea responsabilității și managementului finanțelor publice, prin consolidarea capacității de audit extern și în conformitate cu standardele internaționale recunoscute și cele mai bune practici europene și mondiale. Unul din obiectivele noastre principale este de a apropia Curtea de Conturi de cetățenii Republicii Moldova. Посол Европейского Союза в Молдове Пиркат Апиол отметил, что европейские организации помогут Счетной палате Молдовы достичь европейских стандартов, что позволит повысить качество работы. По мнению посла, для этого нужно провести законодательную реформу. Was elaborated with the support of EU experts in coordination with the European Commission. It's based on international standards and good European practices. It reflects the commitment of the Republic of Moldova within the association agreement and the association agenda. Залогом повышения эффективности работы Счетной палаты является и сотрудничество с парламентом. Он должен контролировать использование бюджетных средств. Требуется рекомендация, что парламент Республики Молдова не заангажаться де плин ин дельбере, принзатуаре, привере ла рапуартеле индивидуале але курти де контру. Международная конференция прошла в рамках программы Twinning, финансируемой Европейским Союзом. Бюджет проекта составляет примерно 1 600 000 евро. Республика Молдова может быть включена в европейский маршрут «Винный путь». Соответствующий запрос будет сделан на заседании Европейской комиссии Всемирной организации туризма, которая состоится в 2017 году в нашей стране. Об этом заявил директор агентства по туризму Станислав Русу. Продукт туристик винников есть иналта причат, декатри коллеги дин Европа, и декатри инсуш секретарь генерал организации модели туризма. Республика Молдова мерита зафия, инклюзу, топу дестинателю европейне. В мае 2017 года министры и руководители туристических органов более чем из 40 европейских государств соберутся на заседании в Кишинев. Они определят ключевые элементы сотрудничества на следующие годы, а также ознакомятся с туристическим потенциалом Молдовы. Республика Молдова сева пласа листа принципальных дестинаций туристических европейне. Финк атенция во фи фарте маре аккордата Республики Молдова де пункте туристик. După organizarea acestei reuniuni, Agenția Turismului își propune să beneficieze de mai multe proiecte la nivel bilateral și multilateral. Чиновник отметил, что расходы на проведение этого мероприятия будут минимальны, потому что участники оплачивают проживание и транспорт, а принимающая страна обязуется только провести экскурсии. Австрийская компания Gebauer & Griller рассматривает возможность расширения бизнеса в Молдове. Предприятие планирует построить второй завод по производству кабельной продукции в свободной экономической зоне Белц. Об этом заявила представитель компании Эва Шинкингер на встрече с министром экономики Октавианом Калмыком. Эва Шинкингер отметила, что кандидатура Молдовы является фаворитом в проекте расширения, который будет рассмотрен на заседании руководства компании в июне нынешнего года. Она довольна результатами инвестиций, уже сделанных в нашу страну, а также условиями, предоставленными властями Молдовы иностранным инвесторам. По словам представителя компании, австрийцы планируют вложить в строительство нового предприятия по производству кабеля более 10 миллионов евро. Оно выйдет на полную мощность в 2018 году. На первом этапе будет создано 400 рабочих мест, а впоследствии на заводе будут работать 800 человек. Компания Gebauer & Griller производит кабельную продукцию для автомобилей, высокоскоростных поездов и телекоммуникаций. Она начала работу в Молдове в 2013 году. В 2015 ее оборот в нашей стране достиг 50 миллионов евро. Футбольная команда Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы выиграла Кубок ЕС «Восточное партнерство» 2016. Турнир был организован делегацией Евросоюза в Молдове. Второе место заняла команда Румынии, а третье – Великобритании. Жёстко!
Всего футбольный турнир собрал 12 команд. Представители посольств разных государств-членов Европейского союза, аккредитованных в Республике Молдова, а также некоторых стран восточного партнерства. Лучшим вратарем признан игрок итальянской команды, а самый красивый гол забил нападающий турецкой футбольной команды.